Кроме основного заработка по уровням основного смарт-контракта Go Marathon, существует еще дополнительный вариант прибыли – это лотерея. Все вы знаете, что большинству людей очень нравятся всякие лотереи, розыгрыши, там, акции и так далее, да? Что уж говорить о многомиллионных тиражах всяких там 100 лото, золотой ключик и так далее, да? И тому подобное. То есть купил билет за 100 рублей и ждешь, когда выиграешь те же самые 100 рублей. Кто-то там один на миллион выиграет миллион. А в основном это, грубо говоря, там кому-то там повезет, там 1500 рублей выиграет, кому-то повезет, еще что-то выиграет, да? То есть, другими словами, человек купил билет, к примеру, за 100 рублей, допустим, там сотни тысяч людей-участников, и ему выигрыш из этой лотереи получить, ну, шансов практически никаких, да, то есть шанс 1 на миллион, да, или там 1 на 1000. А здесь же что происходит? В дополнительном смарт-контракте в проекте Go Marathon здесь есть лотерея. Допустим, когда вы перешли по партнерской ссылке, вы попадаете вот на такой вот, ну, на главную страницу сайта данного смарт-контракта. И здесь есть раздел лотереи. Давайте мы на него нажмем и вкратце посмотрим, что там предлагает данный смарт. Ну, во-первых, покупка билета 30 трон. Ну, это приблизительно так же, как, к примеру, купить лотерею тиража 100 лото там, за 100 рублей. Ну, здесь чуть больше может быть. 30 трон стоит для тех, кто покупает билет отдельно. Причем можно не участвовать в основных матрицах партнерского заработка с покупок уровней, хотя там заработок гораздо больше, чем здесь. Здесь это, скажем, лотерея, это дополнительные такие плюшки, да? Это первое. Второе, лучше все-таки участвовать и там, потому что когда вы покупаете уровни, там первый, второй, третий, четвертый, ну и так далее, да, все эти уровни, с каждым уровнем, с каждой транзакции у вас еще дополнительно идет покупка одного билета. То есть купили один уровень, плюсуется еще один билет. Но он стоит уже не 30, а 25 трон, то есть дешевле. Когда набирается 10 тысяч трон, ну так сказать, банк лотереи, да, он сразу автоматически рандомно разыгрывается между теми билетами, адреса трон кошельков, которые в этот момент покупали билет. Неважно, там за 25 трон вместе с уровнями, либо 30 трон отдельно. Ну и давайте посчитаем. К примеру, даже если на 25 мы разделим 10 тысяч трон, это получается где-то 400, даже, скажем так, максимум 400 адресов трон кошельков будет участвовать в лотерее. Это не один на миллион шанс, это не один на там сотни или десятки тысяч, да, это шанс один на 400. Это в том случае, если вы купили один билет и больше ничего не делаете. Теперь что происходит дальше? После того, как разыгран данный банк, он обнуляется и опять, когда доходит банк лотереи до 10 тысяч, опять рандомно разыгрывается внутри смарт-контракта победитель, да, в качестве адреса трон кошелька. 5 тысяч отправляется победителю и, внимание, 5 тысяч отправляется тому человеку, кто его сюда пригласил. Так вот, это дополнительная мотивация приглашать людей. Допустим, у вас, скажем, 10 партнеров, да, и уже шанс не 1 на 400, а шанс уже 1 на 40, потому что у вас 10 билетов, к примеру, на ваши 10 партнеров. Если один из этих партнеров выигрывает, он получает 5000 трон, и, соответственно, вы получаете тоже 5000 трон, как его пригласитель. То есть, чем больше у вас приглашенных, тем больше у вас шансов выиграть 50% от банка лотереи. Вы можете купить билет, вот кликнув по этой ссылочке, то есть без регистрации. Сразу хочу сказать, что у вас должен быть выполнен вход в ваш TronLink кошелек, либо вот по этой кнопочке, да, билет купить в один клик, пожалуйста. И у нас мы видим, что вот такая вот штука открывается, да, и мы отправляем на определенный смарт-контракт. Все, нажимаем accept, и у вас билетик будет куплен. Также давайте я войду в свой аккаунт на сайте, и также я могу купить билет вот отсюда еще, да, желтая кнопочка на главной страничке, то есть панель управления.
Либо также я могу купить, либо продлить какой-то уровень, но цена будет 25 трон. Да? 25 трон, здесь 30. Ну давайте я, к примеру, куплю билет за 30 трон. Купить в один клик. У нас открывается вот такая вот информация в отдельном окне. Нажимаем «Accept», и у нас билетик будет куплен. Соответственно, у нас растет банк лотереи. У нас мы видим, сколько ставок в раунде, то есть количество билетов. То есть их может быть не более 400. Да? И потом уже рандомно произойдет автоматически розыгрыш. Да? То есть его разыграет смарт-контракт. Ну что ж, я вам советую не просто сидеть и покупать билетики, да? А лучше покупать уровни, повышать их, продлять их и приглашать других людей. То есть и на актив, и на лотерею. Тем самым вы увеличиваете число ваших партнеров, тем самым вы увеличиваете количество шансов выиграть банк лотереи. Ну, точнее, 50% от этого банка. Также вы еще и дополнительно мотивируете этим своих партнеров, что положительно сказывается вообще на всей командной работе. Обычно я желаю успеха в работе, ну, в принципе, его я вам и пожелаю, но в этом случае я еще пожелаю вам удачи и благосклонности, фортуны.